Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня я хочу поделиться с вами рецептом тушеной картошки. Тушеной картошки с мясом. Заранее я предварительно почистил картофель и помыл его. Хочу приготовить это блюдо с небольшим изменением, так сказать, со своей изюминкой. Почистил я тоже предварительно лук и порезал. И берем вот такой вот кусок свиного мяса с салом для этого блюда. Итак, вот я уже мясо порезал на кусочки. Кому как нравится, хотите крупнее, хотите мельче. Мне нравится вот так вот. И сейчас это мясо мы отправляем на чугунную сковороду обжаривать. Масло я сюда не буду добавлять, так как сало у нас растопится и будет у нас свиной жир. Мясо буду я обжаривать на среднем огне, постоянно помешивая. Итак, вот у нас уже мясо с салом обжарилось, сало растопилось, и как видите, там уже есть свиной жир. Добавляем сюда лук. Лук мы будем обжаривать, тоже постоянно помешивая на среднем огне до мягкости. Итак, вот я уже обжарил наш лук. Лук наш стал мягким. И теперь сюда добавляем наш картофель. И добавляем сюда 100 грамм воды для того, чтобы наш картофель с мясом тушился. Не забываем посолить и поперчить. А в это время я заранее хочу приготовить наш соус для тушеной картошки. Здесь у меня майонез с огоньком. Этот соус очень вкусный, так как у меня огонек свой домашний и майонез тоже свой на молоке. Ну что ж, у нас практически готова наша картошка. Она уже мягкая. Мясо у нас готовое. Все это я хорошенько постоянно помешиваю, как всегда. Готовлю я уже это блюдо на медленном огне, тушил. В принципе, его можно уже выключать и кушать. Но так как у нас есть мой замечательный вкусный соус, то я его сейчас сюда добавляю и будем еще минут 15 кипятить наше блюдо. Все хорошенечко сейчас я это тоже перемешаю. Ну что ж, наше блюдо готово. Посмотрите, как оно выглядит. Оно очень вкусное, аппетитное и ароматное. Всем рекомендую вот такой вот способ приготовления тушеной картошки. Поверьте, оно очень-очень вкусное. Всем рекомендую вот такой вот рецепт. Ну что ж, кому понравилось это видео, ставим палец вверх. Подписываемся на мой канал. Всем пока-пока.